Да, ваш вопрос. Наоборот, отношения между матерью и дочерью. Холод. Тут холод. То же самое. Просто пробиваем стену. Вот у вас нет отношений, да? Ну давайте потренируемся, а то я много говорю и нет никакого толку. Как маму зовут вашу? А? Лариса. Ну все, понеслась. Вы повторяете, желаю всем счастья. Все молчат и слушают, смотрят на процесс. Не надо нам помогать. Только слушайте, и все. Она повторяет, я желаю всем счастья, вот вам микрофон, дайте ей. Я повторяю, я желаю всем счастья, слушаю голос святого человека, направляю вам в сердце, к вашей маме. Потом мы посмотрим результат, хорошо? Сейчас будет уже ведический святой петь. Поет я, Господь, я иду к тебе, я уже к тебе иду. Ты самый дорогой для меня, самый близкий. Я хочу встретиться с тобой, обязательно встречусь с тобой. Вот такая песня, такая молитва. Вспомните свою маму. Как? Не стало легче. Не стало легче. Сейчас смотрите себе в сердце. В сердце посмотрите. В сердце спокойнее стал? Микрофончик клик, это. В сердце спокойнее стал? Еще повторить, мне кажется, это как вы говорите, объем работы. Вам стало легче в сердце. Вспоминать маму вам стало легче. Вы просто даже сейчас не хотите это делать. Вот вспомните ее прямо сейчас. Легче ее стало вспоминать. Да, видите, она настолько привыкла, что ей не легче вспоминать, что она даже не удосужилась сейчас взять и вспомнить. Со сердца своим вот здесь подумайте, вам легче здесь стало сейчас? Да. Теперь вы скажите, подумайте о будущем. Вы сможете с ней победить ситуацию или нет? Думайте. Мне кажется, трудно, если правильно. Вот смотрите, вот так поэтому и надо всегда на Бога опираться, а одному никогда не нужно решать вопросы. Я сейчас просто через молитву увидел, там настолько тяжелая карма такая, как плита, понимаете, тяжелая. Но я вспоминать начал одного святого, слушал голос другого, и вот этой всей силой туда жик-жик в сердце пошел, и до мамы дошел, и там у ней поджог сделал в сердце. Ну, как бы не я, а Господь просто по моему желанию это сделал. Откуда эта карма берется? Она с прошлых жизней берется из-за ваших плохих поступков неправильно. В данном случае не к ней. А ну просто она выполняет волю вашей судьбы. Бывает прям к этому человеку. Бывает и так. Но в данном случае нет. Вы с ней первую жизнь встречаетесь. Вы до этого с ней не встречались. Это у вас нет слишком большой такой близости, притяжения. Часто бывает, что у людей плохая карма отрабатывается, а они все равно близки друг к другу. У них очень сильное притяжение. Это значит, с прошлой жизни они связаны. Такое тоже бывает. Связь, когда люди встречаются в прошлой жизни, это или сильно большое счастье приносит в жизни, или сильно большие страдания. По двум причинам люди встречаются в прошлой жизни, в этой жизни. По двум причинам. Это похоже, я еще раз повторяю, я где-то что-то сделала, и сейчас я открываю. Конечно, да. А я вам пока дал знание, показал, как преодолевать трудности. Всем остальным дал это знание. Видите, она говорит, нет, я вспомнила, нет, лучше не стало. Так она ничего и не вспоминала, она не посмотрела в свое сердце. Она просто на привычке, как бы это сказала, на своей привычке. А когда она начала смотреть в сердце, то увидела изменения. Ведь так легче вспоминать стало. Как в него смотреть? Через память сердца, через любовь. Вспомните с любовью близкого человека. Вы сразу устанавливаете с ним связь. Да, память. Образ память означает. И вы устанавливаете связь сразу с ним.
Вот закройте глаза. Вы закройте глаза. Вспомните обо мне сейчас. Я? Да, вспомните обо мне. Нет, вы закройте глаза и вспомните обо мне. Вот сейчас вы установили, вот сейчас, в эту секунду со мной отношения. Вы только что вспомнили. До этого вы все пытались это сделать. Вы поняли, да, что я это чувствую все? Я вам подтвердил. Интересно, да. Давайте дальше тогда общаться, если это интересно. А можно вопрос? Ну? У меня такое ощущение, что мы с мужем, вы знакомы да. несколько жизней. И чем больше мы занимаемся... Две точно. Мы приходим к этому еще. Но не в прошлое вы были знакомы. До этого, в позапрошлом. Спасибо. Скажите, пожалуйста, если у меня наоборот сердце закрыто, у всех закрыто. У всех закрыто. У женщин часто закрытое сердце. Они часто всем рисуются, показывают себя, но любить не могут. Не хочу, сердце закрытое, да. Откройте его Богу. Хороший вопрос, супер. Вот у большинства женщин так. Они могут себя показывать, дарить, но если говорить о том, чтобы принять кого-то, здесь возникает трудность, потому что сердце каменное, и она это чувствует, что я не могу никого принять. Я могу себе показать, чтобы меня любили, но отдавать любовь не могу, потому что сердце такое... И эта трудность сердца у женщин преодолевается с помощью служения. Когда женщина не думает, каменное у нее сердце или нет, она видит, если человек ее любит, и она из благодарности начинает о нем заботиться, это создает атмосферу любви, ее сердце открывается к тому, о ком она заботится. У вас есть муж? Есть, но мы тоже как живем, как... Ну, а здесь, понимаете, вот видите, это неправильная философия. Некоторые люди как говорят, если мне не хочется, я и не делаю. Это вот неправильная философия, потому что правильная философия означает делать из чувства долга. Хочется тебе или не хочется. Помолилась, набрала силы и сделала. Из чувства долга. Когда человек делает из чувства долга, это и есть деятельность благости. Вот хочется мне на лекцию ехать или не хочется, я еду. Не потому что мне здесь деньги дадут, потому что вы здесь есть. Эти деньги все равно я отдаю на духовный проект, я себе их не беру. Я еду к вам. Если даже мне не хочется, я все равно еду к вам. Не обязательно. Чувства придут в процессе. Вот какие чувства я к вам могу испытывать, если я вас никогда не видел, не знаю ничего еще. Я приехал, узнал, чувства испытал потом. Просто из чувства долго делаешь, а потом придут чувства. Как один... Ученик пришел к своему наставнику, говорит, учитель, я, говорит, не люблю этого человека. Что мне делать, чтобы избавиться от этой нелюбви? Он говорит, сделай для него что-то доброе. Он говорит, как я могу сделать доброе, если я его не люблю? Он говорит, а ты сделай доброе, потому что я тебе сказал, просто из чувства долга. И все. И он идет, несмотря на то, что он не любит, и ему не хочется делать ему ничего доброе. И он через силу, просто потому что учитель сказал, как бы напряжение в таком делает, доброе дело для этого человека. И в ответ получает благодарность, тот не ожидал, что для него вот этот человек сделал доброе дело. И через эту благодарность приходит знание о душе внутри этого человека. И ты когда видишь, что он душа, сразу у тебя сердце открывается, ты думаешь, о, я могу еще раз для него доброе делать, и уже с другим настроением. То есть сначала человек через плиту просто шагает смело вперед, просто делает доброе дело, просто потому, что так сказал старший. В результате приходит благодарность от человека, она может слабенькая сначала, но она показывает душу, хорошие качества этого человека. И благодаря этим хорошим качествам ты опять можешь делать доброе дело, потому что ты увидел в нем красоту. И так постепенно можно одно доброе дело за другим, и больше красоты в человеке, так вспыхивает любовь в сердце со временем. Надо просто качели раскачать. Сначала они стоят, вот качели не качаются, ничего хорошего в этих качелях нет. Ну как мы будем на них сидеть, если они не качаются?
Ну, сначала потрудись, раскачай, а потом и наслаждайся. Крылатые качели летят, летят, летят. Ну, потом будь счастлив, потому что ты потрудился. Да, ваш вопрос? Да, я не знаю, это правильный вопрос. Я через Библию, через вас я понимал, начал понимать, что также и как жертва Каина, да, что он дал, а сам отец, ну, Бог сказал, что я не понятие, что он из-за этого брата убил, потому что он вообще-то сделал, потому что он хотел эту любовь от Бога, или благодарность, да, как и вам кто-то дали цветы, то есть сделали этот эксперимент, чтобы не взяли эти цветы. Да, правильно вы говорите, опасно. Опасно делать добрые дела, потому что ты можешь нарваться неблагодарность. Опасно только в том случае, если ты ждешь благодарности, а человек всегда ждет благодарности, потому что любовь всегда имеет две стороны. Поэтому веды и рекомендуют, научись свою любовь дарить со всей силы, сколько у тебя есть, только Богу. Через святость. Всегда назад ты будешь получать счастье, радость и взаимообмен. Вот я сколько не желал счастья, сколько не думал о святой музыке, всегда приходила сила, которая нужна была этой девушке. Всегда я ее отдавал, эту силу. Всегда она изменяла свое сознание. Это все происходит всегда. И появляется вера, уверенность, что так будет вечно. И когда ты напитался этой силой, дальше просто вот скажи себе, я это делаю. Для Бога, а не для близкого человека. И иди, сделай, ничего не ожидая взамен. Просто для Бога. И тогда это называется бескорыстный поступок. Этот поступок обладает удивительной силой, потому что хочет человек или не хочет. Если человек для него делает что-то, но в целом для Бога, тогда у человека, для которого это делают, в сердце возникает благодарность. Потому что если это делают непосредственно для него, то человек это все всасывает и начинает этим гордиться. А когда человек без привязанности делает не для него, но для Бога в его сердце, и вообще в целом для Бога, тогда Бог реагирует на этот поступок. Понимаете, когда мы для человека делаем, человек может загордиться. Но когда мы делаем для Бога поступок, но этот поступок направлен человеку, тогда Бог в сердце человека реагирует, а не сам человек. И у человека в сердце возникает благодарность, и у него такое чувство, вроде бы человек что-то делал для меня, но вроде бы такое ощущение, что он от меня ничего не хочет взамен. И тогда появляется вот это вот от Бога благодарность из сердца. И вместе с этой благодарностью приходит знание о чистоте этого человека. С благодарностью раскрывается его душа, и ты потом уже в правильном настроении можешь для него что-то делать, думая с позитивным ключом об этом человеке. И тогда, когда ты делаешь так, то в нем просыпается любовь, потому что он чувствует, что ты его понимаешь. Взаимопонимание возникает. То есть сначала нужно действовать для Бога, а потом можно и для человека делать, если ты понимаешь его как душу. Когда ты человека как душу понимаешь, то тогда всегда между вами будет счастье и любовь, и не будет никакого недопонимания. Но если ты делаешь желанием, как для человека, желанием отдачи назад, то ему вот этого напряжно становится, ему тяжело становится. Когда ты не делаешь, вот когда ты делаешь для человека вот доброе, и не ты раз, и только все время ты делаешь для своих друзей, и для, ты как? Там не ждешь. Я для не... Бога? Нет, я делаю для своих друзей. Значит, вы все равно будете ждать. Вы все равно будете ждать. Будете ждать. Будете ждать. Будете ждать. Тебе на тебя еще и обижаются. Именно поэтому обижаются, что ты делаешь неправильно. Потому что это действие не закончено. Надо делать не только не ожидая ничего, это гордость, понимаете? Типа я тебе сделал, вы будете слушать или говорить? Ну так, я просто знаю, что я делаю. Если вы все знаете, тогда зачем спрашиваете? Нет, если я пример приведу, вы поймете, почему, допустим, я. А мне не надо никакого примера, я так понимаю. Видите, мы не установили отношения. Есть равные отношения, есть старший-младший, есть младший-старший. Вы сейчас пытались на равных со мной общаться. Видите, вы сами не понимаете, потому что вы говорите «нет». Когда человек принимает старшего кого-то, он «нет» ему не говорит никогда. Он просто думает, что же такое, почему так со мной себя ведет. То ли я, он ничего-то не понимает, то ли я что-то не понимаю. А может быть, я что-то не понимаю.
Так ведет себя человек, который считает кого-то старшим. Но когда равные отношения, он спорит. Я не против равных отношений, для меня нормально. Если мы на равных, давайте поспорим. Вы будете свое объяснять, я свое. Или равное означает, я слушаю вас, вы говорите, потом вы меня слушаете. Это равные отношения. У нас равные отношения. Ну давайте, скажите, как вы считаете, у нас равные отношения, мы решили так. Любовь может в разных отношениях проявляться. Скажи, я принимаю позицию, смотрите, я поменялся уже теперь, я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, мне. Нет, нет, вы правы, скажите еще раз. Ну как вы все было, расскажите. Но это не единственный случай, это как всегда было. Я искренне доверяю человеку. Если взять ситуацию, допустим, даже с моим первым мужем, ну, не хочется как бы занимать людей своим. Ничего, нормально. Мы учимся сейчас во время этого рассказа. Мы учимся. Я хотела своего мужа, я хотела давно этот пример привести, но даже по отношению к этой девушке. От любви родился ребенок. И сначала у нас было непонимание, это были 90-е годы, когда у нас закладывалась семья. У вас дочка сидит рядом с вами? А, вот почему вы не можете равны. Нет, это очень важно. Видите, она с ребенком пришла, она старшая здесь. Вот оно что. Все, теперь все понятно. Ну, рассказывайте дальше. Это все, мне все стало понятно, рассказывайте. Ну, сначала у нас была с мужем любовь, потом непонимание из-за того, что в 90-е годы разрушил. Не было ни денег, ничего, и, видимо, быт, и незнание жизни, мало духовности, несмотря на то, что я всегда верила в Бога, я всегда молилась по-своему, как я могла, в церкви, так. И он даже мне всегда говорил, нельзя быть такой доброй. И добрых-то и не любят, а мужчины больше любят стерв. Когда-то это было сказано его устами. Прошло время, и мы развелись. Ребенку было 4 или 3 года. Но при этом мы всю жизнь вместе, и несмотря ни на что, где-то я была обидой, где-то нет, я всегда ему желала счастья. Потом я встретила другого человека, это второй муж, а он познакомился с моей подругой, он ее до этого не знал. И они поженились. Они не поженились, они вместе жили. Для меня это была боль, я его любила очень. А второго мужа как бы... Но я понимала, что у нас уже не будут отношения с первым мужем. И мы уехали через 3-4 года сюда, в Германию, со вторым мужем. А с первым мужем мы всю жизнь так и общались. Я дочери внушала уважение к отцу, никогда не настраивала против, всегда только любовь и все. У первого мужа у него появляется от моей подруги ребенок больной, к сожалению. И вот они проходят время, и они спрашивают, мне было тяжело общаться с подругой, я больше не могла общаться, потому что, несмотря на то, что мы уже и расстались с первым мужем, все равно не могла общаться с подругой, у меня эта любовь все равно была. И после этого он меня спрашивает, можем ли они приезжают в Германию, чтобы лечить ребенка, и можем ли мы остановиться у тебя? Я сказала, да, они жили у меня 2-3 недели. И было, конечно, не очень легко, но при этом я до сих пор, ну, может быть, уже года 2 нет, посылаю лекарства отсюда ребенку туда, хотя они расстались. Это вот ну, как бы такая. Мне сейчас немножечко я очень волнуюсь. Я не знаю почему, но я вспоминаю, и мне тоже тяжело. И я не видела не то, что неблагодарности даже с ее стороны. Я и не ждала. Но все время было в ее отношении
она все время хотела меня унизить в глазах его. То есть, несмотря на то, что вот как бы вот такие были отношения, я не знаю. Прошло время, и вот буквально они расстались уже лет 5 там, назад, ребенок еще болен, тяжело, и в общем она уже, не знаю, да, это не важно. Прошло время, прошло 25 лет, и вот он ехал на день рождения дочери сейчас уже. И вот только он уже года 2 или 3, он молится, он медитирует, он читает очень много духовной литературы. И я тоже для вас уже ну, как бы слушаю ваши лекции уже, наверное, где-то год, скажем так. Может быть, меньше. А? Может быть, немножко меньше. Конечно, очень много занятных лекций. И когда я слышу о добре, я чувствую, что вот как бы я действительно даже вот с кем бы я ни ссорилась, с кем бы я ни расставалась, я всегда посылаю любовь и добро этому человеку. Это правда, это было еще до лекции, это было всегда. И когда я вас слушала, я понимала, что, наверное, я правильно делаю. Ну, как бы так. Не злюсь, я не держу обиду. Бывает эта обида, начинаешь все равно давать. После этого, когда приехал ее папа, и он у нас здесь жил 3 недели, и вдруг он сейчас говорит: какие вы прекрасные, Боже мой, я так хотел бы снова с вами жить. А мы на протяжении жизни общались периодически, раз в году мы как бы виделись, ну, относительно дочери разговаривали. Вообще у нас остались очень хорошие дружеские отношения. И только сейчас он говорит: я понял, что вы моя настоящая семья. Но мы уже, к сожалению, не можем быть вместе, хотя он один и я. Почему не можете? Ну, он живет в Москве. Мы здесь. Мне вот скажите, мы вместе, все. Ну, просто я хочу сказать, и вот таких случаев, и она уехала от меня с обидой. Все, давайте закончим беседу, потому что она может длиться вечно. Теперь вы скажите мне одну вещь. Что вы хотели объяснить этой беседы? Я хотела несколько... Я сначала хотела рассказать, что девушка, когда рассказывала о себе, сначала я хотела рассказать об этом, что возвращаются, когда были изначально отношения одни, юности, и потом через 25 лет люди начинают друг друга понимать. Нормально, это нормально. Сначала это, а потом то, что... Но много было случаев, когда я стараюсь в основном насчет обиды. Ну, просто у меня ничего такого не было, чтобы я так волновалась. Мне тяжело очень говорить, как никогда. Я обычно нормально всегда говорю. Вы не расстраивайтесь. Вы хотите услышать что-то или просто сказали и все? Теперь вы должны проанализировать, чего я должен делать. Или я продолжаю лекцию дальше и просто, ну, счастлив, что вы нам все рассказали. Или вы хотите, чтобы я что-то сказал, помог. Вы должны решить для себя, с чего вы хотите от меня теперь. Честно, честно, только честно. Она хочет, чтобы вы сказали, будет она с ним вместе? Нет. Нет, этого она не хочет. Этого она не хочет. Я это уже понял. Я просто хочу спросить, почему я получаю обратную обиду. Я уже поняла, что взаимодействие. Вот, хорошо. Эти люди... А вы способны услышать меня сейчас? Да. Способны уже? Вот теперь слушайте. Поймите, что есть два типа благочестивого поведения. Один из них дает победу, а другой поражение в жизни. Один тип благочестивого поведения, он опирается на Бога. Например, я повторяю, я желаю всем счастья и опираюсь на звук того, кто произносит молитву. В это время, когда я так делаю, я имею отношение с Богом в сердце человека, и Он никогда меня не предаст. Теперь второй вариант. Когда я сам повторяю, я желаю всем счастья от себя, просто от своего имени, тогда в этом случае я пользуюсь своей энергией, опираюсь на себя и контактирую с человеком, который в это время может среагировать по-доброму, а может и нет. Но чаще всего он просто поглощает эту энергию. Например, я говорю: я желаю тебе счастья. Я. Так как я несовершенная личность, и мое счастье несовершенное, оно контактирует с его эгоистической природой.
И поэтому человек на такое пожелание не может быть благодарным до конца. У него не проявляется чувство благодарности, а скорее желание использовать человека дальше. То есть ему дают возможность пользоваться, он пользуется, будем так говорить. Ошибка заключается в том, в данном мышлении, я не про вас говорю, а вообще в целом, что мы не знаем, как правильно. Надо понять, что если я слушаю чей-то голос духовный, повторяю, я желаю всем счастья, это делаю от Бога, как бы опираясь на Него, на духовный звук, тогда я контактирую с Богом в сердце, и Бог сам инициирует правильное поведение у человека. Он как бы вызывает благодарность в сердце, хочет ты или нет. Человек не может быть неблагодарным, потому что его Бог заставляет быть благодарным в этом случае. А если я лично как бы желаю счастья человеку, то это с одной стороны гордость моя, а с другой стороны это дает вот такой результат, что люди начинают этим пользоваться. Если уж говорить о ваших отношениях, то Бог вас никогда не разлучал с вашим мужем. Между вами объем работы просто. Вам надо, слушая голос святого человека, кланяясь в святыне, молиться начать. Через эту молитву вы пройдете этот объем работы. И дальше вам легко будет вместе оказаться. Скорее всего, он сам приедет к вам сюда жить. Но сейчас для вас невозможно это понять. Вы не можете себе представить, что вы будете с ним жить. Потому что между вами стоит эта женщина, между вами стоит его предательство, между вами стоит его аскеза ваша, которую вы для него неблагодарного совершали. Ну, очень много чего между вами стоит, непреодолимого для вас. Но когда человек молится Богу, и он преодолевает дистанцию, то тогда все это становится просто жизнью. И это все не перестает быть ценностью, а личность становится ценностью. Личность, которая хочет вам дарить счастье, оставшуюся жизнь. Все. Да? У меня вопрос по моему парню. Ну? Он когда приезжал, он обидел словесно моего мужа. Не специально, не со зла, то есть не скорее даже не моего мужа, а скорее его маму. И я вижу, что он не простил. Мой муж не простил ему, хотя не показывает это никак. Ничего, это нормально. Вы можете помочь ему простить, помолиться за него, он простит. Между вами и вашей папой есть боль. Боль. И между вашей мамой и ним тоже осталась боль. Но он уже встал на правильный путь. Да, это ваша мама была на правильном пути, теперь он встал на правильный путь. Часто, когда по отношению к нам кто-то встает на правильный путь, мы с него сворачиваем. Потому что вместе идти по правильному пути гораздо тяжелее, чем когда один идет. Сейчас объясню, почему так работает. Когда какой-то человек идет по правильному пути, чтобы к нему навстречу пойти по правильному пути, надо иметь в два раза больше силы духа. Потому что когда кто-то тебе идет по правильному пути, тебе хочется расслабиться и ждать, когда он дойдет просто. Ну иди, если ты хочешь с нами жить, давай, иди по этому пути. Придет время, ты придешь. Настоящая сила духа означает, что если человек сделал один шаг к Богу или к правильным отношениям, я молюсь Богу, преодолеваю трудности, делаю два шага. Несмотря на все обиды, трудности, или мы делаем вдвоем. Это то, что правильно. А как можем, так можем. То есть я сказал, как правильно. Но у вас есть три варианта. Просто молиться за него, ничего не желая, не имея внутренней силы соединить свои отношения. Второй вариант – просто жить, не обращать на него внимания. И третий вариант – молиться и соединяться. Молиться и соединяться – самый сильный вариант, он принесет очень много счастья. Молиться за него, ничего не желая, хороший вариант. Просто жить, не обращать на него внимания, плохой. Но тоже вариант. Всегда есть разный вариант. У вас нет варианта сейчас страдать от него, потому что люди всегда страдают друг от друга. Когда человек приносит страдания, люди мучаются, потом они меняются местами, и мучается тот, кто приносил страдания. А те, кто страдали от него, они смотрят на него и говорят: мучайся, мучайся, дорогой.
так устроена жизнь, мы очень жестокие по природе на самом деле. Если кто-то нам причиняет страдания, мы потом очень рады от того, что он страдает, неосознанно в сердце. Может быть, мы это не показываем виду, но мы так немножечко рады, что ему все это вернулось. Но это означает, что мы одинаковые, понимаете? То есть, когда мы приносим кому-то страдания, мы об этом не знаем, не понимаем, что мы приносим страдания. Мы это делаем неосознанно. А когда мы осознали и раскаиваемся, то тот человек, перед которым мы раскаиваемся, сам перестает быть осознанным. Поэтому без Бога в отношениях между людьми не разобраться. В этих отношениях нет ни справедливости, ни правды, как женщина правильно сказала. В отношениях между людьми нет ни закономерности, ни справедливости, ни правды, если в этих отношениях нет Бога. О чем я сейчас вам и говорю, что все встает на свои места, когда человек не от своего имени желает счастья и прощения просит, а вместе с Богом это делает, у него есть гарант, что никто не сможет его обидеть. Никто не сможет надругаться над ним. Потому что человек в этом случае имеет правильную привязанность к другому человеку. Если тот не реагирует правильно, меня это не задевает, потому что я опираюсь не на него, не на его реакцию, а на Бога. И он еще не может по факту слишком долго меня обижать, потому что на такое поведение всегда идет благодарность в сердце, неосознанная. Человек может не хотеть благодарить, но ему придется благодарить, потому что так действует сила Бога. Вот вы, допустим, хотите меня слушать сейчас или нет? Я на Бога опираюсь, и она будет действовать в вашем сердце, эта сила все равно. Она будет инициировать в вас правильное мышление. Хоть вам и трудно сейчас его сделать, потому что вы очень много перенесли на своих плечах. И вам как бы нужно было мне все сказать, чтобы я понял, насколько сильно вам тяжело, потому что не все в этом зале поняли вашу речь. Многие оценили это как самодовольство там и все прочее. А я оценил. Я вижу, что вы говорили мне с любовью, рассказывали про свою ситуацию, чтобы я лучше понял вас, чтобы вам лучше объяснил потом. Хотя я понял с самого начала, сразу все правильно. Но понять вам, что я это понял сразу, было очень трудно. И поэтому мы прошли этот путь. Вы сначала все рассказали, а потом я вам сказал то же самое еще раз. Теперь между нами будут глубже отношения. Я вас тоже благодарю. Учитесь понять эту истину, что значит опираться на Бога. И вы станете непобедимой личностью в своей судьбе. Никто не сможет надругаться над вами. Когда вы будете делать добрые дела, никто не сможет вас за это опустить или опозорить. У меня были случаи, когда люди пытались меня опозорить целой кучей. Они собирались вместе, подавали на меня в суды всякие. Просто потому, что я пытаюсь людям помогать. Но я в это время всегда пытался опираться на Бога. И они искореняли в моем сердце эгоизм, эти люди. Они мне делали больно и хорошо. Это было хорошо. Сначала я думал, что это плохо, что мне больно. А потом я понял, что это хорошо, потому что они меня чехвостили для того, чтобы искоренить в сердце эгоизм. Но они путали, они думали, что мне также надо перестать выполнять свой долг. Вот в этом была их ошибка. Они могут меня ругать и искоренять в моем сердце эгоизм, но они не смогут заставить меня не выполнять свой долг, потому что в этом мое служение Богу. Я на это имею полное право. Его желание, чтобы я это делал, я буду это делать дальше. Но если им хочется меня поругать, ради Бога, я только счастлив. Они мне помогут стать чище таким образом. Понимаете, таков принцип. Если человек на Бога опирается, его не сломать. С ним ничего не сделаешь, потому что ему уже и самому этот эгоизм 100 лет не нужен. Кто бы нас ни ругал, за что бы нас ни ругал, всегда он делает правильно. Если ему есть на что опираться. И если даже ему не на что опираться, все равно он делает правильно для нас, потому что нам лишний раз не помешает послушать о себе эту критику. Он неправильно такое делает, если человек, если ругается в присутствии тех, кто верит этому человеку, он разрушает их веру. Но по отношению к тому, кому ругается, он всегда помогает. Ему, того, кого ругает.
Поймите такую вещь, когда человек опирается на Бога, любые трудности являются только поддержкой его движения вперед. Они становятся дополнительной силой. Понимаете? Поэтому и вера укрепляется у человека, когда он видит, что в обычной ситуации он бы сломался. А если он опирается на Бога, то, во-первых, справедливость начинает торжествовать, а во-вторых, ну, все равно он может выстоять гораздо больше, справиться со всем, бесконечно сильным человек становится.